Доброго дня, ми з України. Сьогодні поліція Луганщини в черговий раз була надана гуманітарна допомога склозаводу та РТІ. Близько 600 громадян отримали гуманітарну допомогу. Вместе поделите напополам. Вот так. Между подвалом и школой. Ну, под... Витя, что ты... Тихай, 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 Наташа, тихай. Но она тяжелая тут, Наташа. А то женщина, что у нас было? Искать. Да, подвала. Привет. Дровила там, вам размазала. Наташа, на книжку. Полиция привезла гуманитарную помощь на школу. Большое вам спасибо. Ждем еще вас. Это 15. На цель. Все на 30. Юра, все? Берите. Так, вам еще один коробочек принесите. Вы с этого дома? Все. 30. Все хорошо. Так, вас сколько? На 5. Это на 5. На 5 человек. На 30 человек, да? Ну, это 8. Коробок на 5 наших человек. Спасибо вам за гуманитарку. Денежек у нас уже почти нету. Пенсии нам не платят, потому что все закрыто, все, почты закрыты, банкоматы закрыты. Живем мы здесь, конечно. Спасибо вам за то, что вы нам привозите хоть что-то. Спасибо. Кто-то еще вышел? Да, вот дядя Коля вышел. Вы, давай, а ты, тетя Мира, вот тетя Мира. Ребятам огромное сейчас спасибо, потому что нам любая помощь сейчас необходима, нужна, и спасибо большое. Мужики, подойдите. Кушайте на здоровье. Спасибо, пожалуйста. Пожалуйста. Куда это? Вот сюда. Оно, конечно, все пригодится. Привезли пить. Гречку. Ешьте макароны, гречку. Большое спасибо. Я надеюсь, люди будут накормлены, сыты и довольны. Большое спасибо за ваш риск, за вашу помощь. Спасибо.